стены. Ну, знаешь, как бы стыдно, вы все смеетесь. Пацаны, всем привет. Увидел у себя на стоянке, блядь, новую Ниву 19-го года. Жень. Стоит 1 250 000, блядь. Жень. Посмотрите на это уёбище из пластмассы. А самое главное, диски барабанные. Как всегда, блядь, 19-й год, диски барабановые. А салон мы вообще обоссались. Карбон, блядь. Смотри, как криво сделано, смотри. Оп. Смотрите, как, блядь, сделаны охуительно, блядь, диагонали всякие, блядь. Я хуею. 1 250 000, пацаны. Ну, как всегда, наш АвтоВАЗ, блядь. Глушители, хуй пойми, тяги реактивные, блядь. Это пиздец, это трэш, блядь. Фонари УАЗовские. А то оптика, глядите, не знаю, поменял он. Оптика китайская, блядь. Душманская, блядь. Подвеска вся нивская тоже, блядь. Лабуда, блядь. Это ладно. Загляни, как здесь крепятся фонари. Посмотри, посмотрите, парни, как фонари на заводе они делают. Уже заржавело, блядь. Я хуею, блядь. Я что такое хуйню не купил? Пиздец, трэш полный. Да хуя там. Нет, ее знаешь куда? У кого кто в даче? Вот, на даче. Ну ей цена, наверное, блядь, 600 рублей, но никак 1 250 000, блядь. От начинается 1 250 000. Я хуею, блядь. Пиздец, блядь, парни. Китайские оптики напихали, блин, даже вот эти габариты. Двери тоже пластиковые, вся пластиковая. Это как будка у газели, блядь, сделана. Он, блядь, наверное, зимой, блядь, замерзнет. Я пиздец вообще, блядь. Всем пока, блядь, парни. Не покупайте Нивы, блядь. Нет.